Надежда а-ля Пресникова. Команде «Надежда» наш? Привет! «Надежда» наш? Привет! 31 января в Дворце спорта «Зарайск» стартовало открытое первенство городского округа «Зарайск» по мини-футболу. В турнире принимают участие 19 команд из Коломны, Зарайска, Рыбное, Озер, Серебряных прудов и Луховиц. Турнир продлится в течение 3 месяца. В настоящее время футболисты играют по круговой системе. Финальные игры пройдут по олимпийской системе. По результатам прошедших встреч футбольный клуб «Надежда» и луховицкий «Авиатор» завершили свою игру со счетом 0-9. Команда «Сокол» и луховицкий «Диаскан» счет игры 0-5. Футбольные клубы «Авангард» и «ЕС Юнайтед» 2-6. Футбольные коллективы «Феникс» и «Спартак» счет игры 0-7. Команда «Луч» и Дворца спорта «Зарайск» 5-4. Футбольный клуб «ЗОЖ» и «Луховчане» «Никто кроме нас» 6-2. Команда из «Серебряных прудов» «Вятич» одержала твердую победу над футболистами «Гололобова» со счетом 0-4. Футбольный клуб «Ротекино» и команда «Мешки» из «Рязани» завершили свою встречу со счетом 3-7.